Малышка Барбариска получила свое имя не из-за любви к леденцам. Эта маленькая кошечка больше уважает шоколадные конфеты. Кураторы волонтерской группы «Рука помощи бездомным животным» рассказывают, как на их глазах киска угостилась конфеткой. Может, Барбариска так любит шоколадки от того, что жизнь у нее была далеко не сладкая? Хозяйка умерла. Естественно, как старую мебель, животных тоже выкинули на улицу. Вот. А двор там не очень хороший. То есть там есть люди, которые очень плохо относятся к кошкам. Ну и вообще к любой живности, к другой, к собакам, кому угодно. Вот. И человек сказал, что он, если эту кошку мы не заберем, то он с ней просто расправится. Пришлось экстренно забирать Горемыку на передержку. Сейчас Барбариске ничего не угрожает. И она ждет не дождется, когда снова сможет стать домашней кошечкой. Какой хозяин нужен Барбариске, на ваш взгляд? Хозяин спокойный, который будет просто любить ее. Она отдаст ему все то, вот, что у нее осталось. Всю любовь, всю нежность. То есть она это не потеряла, она все это сохранила. Малышка приучена к лотку, простерилизована, скушает все, чем угостят. На чужих людей реагирует спокойно, не хулиганит. Кроме того, мирно уживается с другими животными, чему наша съемочная группа была свидетелем. Если для полного счастья вам в жизни не хватает маленькой Барбариски, звоните в волонтерскую группу «Рука помощи бездомным животным» по телефону 255 783.